К сожалению, батальон Баграмяна убивал спящих грузин и играл их головами в футбол. Это было давно, но наши сердца все еще болят. Главное, сейчас все наладилось. Что наладилось, Тутуцком? То, что вы везде вот так врете про армян? Какие еще головы, какие еще спящие грузины? Это вы, грузины, напали на Абхазию, и все жители Абхазии, включая армян, стали на защиту своей родины от ваших агрессоров, которые бомбили спящие дома, которые резали, насиловали и убивали армянок, и этому есть бесконечное свидетельство. Именно вы поступили как игиловцы, а сейчас вы все это перекладываете на армян и говорите, что армяне убивали спящих грузин и играли их головами в футбол. Откуда у вас такая грязная, лживая, вопиюще страшно лживая пропаганда про армян? Именно турки и азеры так поступали с армянами. Именно они известны тем, что они убивали спящих армян. Вспомним Рамиля Сафарова, отрубившего голову спящему армянину-офицеру в Будапеште. Вы эту историю взяли и переиначили на армян. Вам вообще не стыдно, тутуцы? У вас вообще нет ни стыда, ни совести? Вы как можете такую ложь пропагандировать? Вы же знаете, что вы врете. Вы же знаете, что армяне – это не тот народ, который бы убивал спящих, да еще и играл головами в футбол. Это делали именно турки с армянами. Это известные факты. Вы берете наши факты со страницы геноцида армян, музей геноцида армян, страница в интернете, и вы это все переиначиваете. У вас вообще нет предела цинизму. Вы просто тошнотворно противны нам. За свою ложь вы еще ответите. Перестаньте врать про нас. Учителя, композиторы, архитекторы, ученые, земледельцы, они все сплотились с абхазским народом и воевали против вас, потому что вы напали на Абхазию. Но вы всегда молчите о том, что намного больше армян воевало с вашей стороны. По-моему, даже 10 героев войны с вашей стороны. Вы дали им медали и ордена за то, что они воевали за вас. Вы об этом не говорите, но вы выдумываете. Вот вам не стыдно, с вашей стороны воевало так много армян, а вы про их армянский народ говорите, что армяне играли головами грузин в футбол. Какие же вы мерзкие твари, а? Какие же вы такие же, какие ваши любимые азеры. Поэтому я вас называю азеры-грузины.